Верховный Совет, прежде чем рассматривать его, собственно, на сессии, предлагает провести общественное обсуждение, общественное голосование в городе Абакане по этому законопроекту, который предусматривает наделение города Абакана дополнительными полномочиями, дополнительными социально-экономическими и социально-экономической нагрузкой, ну и, как следствием, дополнительным нормативом по отчислению. Я уверен, что абаканцы, конечно же, поддержат этот законопроект, но важно не только поддержать, а сделать это, так скажем, максимально легитимно. И здесь большое значение имеет, сколько абаканцев поддержит этот законопроект. Предлагается общественное обсуждение, общественное голосование по проекту закона о столице Хакасии провести 15-17 марта на пунктах голосования по комфортной городской среде. Для нас, еще раз отмечаю, это очень важно. Призываю всех жителей нашего города прийти проголосовать. Ну, собственно, от этого во многом зависит будущее нашего города. Поэтому ждем у вас 15-17 марта на пунктах голосования, и нужно проголосовать за будущее нашего города.